Немного детям еды привезли. Здравствуйте. Добрый день. Мы тут вам с подарочками. Можно разложиться. Детки, подходите, до вас трошки чего вкусного привезли. Проходьте. А можно воды ложить, а раздавать мы будем, чтобы потом по-честному всем одинаково? Давайте, можно? Да, мне не кажется, что это дядечка военный похож на крестного. Чуть-чуть. Мы бы так бы играли в телефон, но хочется домой, хочется солнце увидеть. Ой, какие козики, это классно. Здравствуйте, мы тут это... Привет. Я увидел, что вы пришли. Вот, хотел бы кое-что сказать. Давай. Мы вот очень хотим вернуться все домой, хотим вернуться живыми, хотим увидеть своих родителей. Ну, не родителей, а родителей. Родных. Родных там и так далее. Все, которые не замечают. Поэтому очень сильно. Да. А друг друга? Ну, ты скільки днів вже? Понад 50. Ага. 25-го. Ага. А ви тут працюєте чи? Ні, ми родичі яких. Ага. Але тут нам здалося було найбезпечніше на той момент, коли ми сюди потрапили, оскільки був обстріл і наші будинки були вже неприйнятні для житла, і тому ми приймали рішення переміщатися сюди, да, на перебування сюди. І з 27-го ми тут вже на постійній основі знаходимося. Щоб ми відсюди вийшли, побачити сонце наконець, тому що ми вже десь як 2 місяці сидимо і хочемо побачити сонце. Потому что тут включают свет иногда и включают, а на улице, чтобы когда построят наши дома, то мы можем жить спокойно. Уж лучше победить Украину, потому что Украина — это наш родной дом.